Как доложил председатель областного суда Евгений Соседов, 2020 год для тамбовских судей серьезно осложнила пандемия. В период с марта по май было практически приостановлено рассмотрение судебных дел, за исключением неотложных и социально значимых. Некоторые судьи сами перенесли тяжелую инфекцию. Между тем, работа судов не останавливалась ни на день. В результате количество рассмотренных дел превысило показатели позапрошлого года. Всего районными судами, генеральными судьями Тамбовской области – в 2020 году, за исключением областного суда, закончено производством 242 128 судебных дел, из них гражданских 128 800, административных 106 700, уголовных 6 136. По сравнению с 2019 годом число находившихся в производстве судов области дел увеличилось более чем на 25 тысяч. За последние 5 лет отмечен рост на 32%. Кроме того, в рамках конференции озвучили итоги работы арбитражного суда области и обсудили развитие информационных технологий в правосудии.